Тему пассажирских перевозок продолжили на заседании правительства. Сейчас у Иваново налажено авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Симферополем, Сочи и Анапой. С 2008 года, с момента возрождения аэропорта, перевезено более 90 тысяч пассажиров. За эти годы регион вышел на средний показатель более 20 тысяч пассажиров в год. Стоит отметить, что Ивановская область, как и раньше, занимает лидирующие позиции по сравнению с соседними регионами. Не только по количеству перевозимых пассажиров, но и по количеству авиамаршрутов. Губернатор напомнил о своем поручении организовать перелеты в Казань. Профильный департамент обещает задачу выполнить в 2018 году. А вот что касается речных перевозок, тут с обещаниями Андрей Шушкин не торопится. К возрождению водного транспорта только приступили. В этом году сообщение работало по маршруту Кинешма-Плёс с остановками в Наволоках и Семигорье. Опробовали и новое направление – Кинешма-Решма. Подсчитано, что в этом году предпочли плавсредство автобусом 5000 человек. Департаментом рассматривается возможность открыть новые маршруты. В первую очередь для населенных пунктов Ильинское и Стеберское Кинешемского района. Развитие речного сообщения невозможно без развития причальной инфраструктуры в волжских городах. Завершена передача из федеральной собственности в муниципальную причальных сооружений в Кинешме, Пучеже и Юрьевце. Теперь их можно облагораживать. Начать стоит с самого крупного волжского города в регионе, считает депутат Александр Фомин. Понятно, что средств в бюджете Кинешмы, да и в областном, тоже на эти цели найти крайне сложно. Но даже процесс сдачи стенки в аренду очень сложный и требует выполнения целого ряда условий. И этим необходимо заняться срочно администрацией Кинешмы с конструктивной поддержкой правительства региона. А следом такую работу необходимо организовать в отношении причальных сооружений в Юрьевце и Пучеже. Даже в Плёсе с причальными сооружениями сложно. Недаром пришедшие из Кинешмы судно обычно вынуждены сиротливо ткнуться носом в берег, и пассажиры сходят на берег, балансируя на узком трапе. Предстоит еще провести техническую оценку переданных из федеральной собственности сооружений и определить необходимые объемы средств на их ремонт. Как в короткие сроки реанимировать причальную инфраструктуру, четкого понимания пока нет. Вариантов немного. Вхождение в федеральную программу, но это не самое оперативное решение проблемы, либо государственно-частное партнерство, привлечение арендаторов. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.